Российский безработный вряд ли проживет на пособие. Рассчитывать он может максимум на 4900 рублей. Прожиточный минимум в стране почти вдвое больше. Кроме того, безработным грозят бюрократические препоны. Они не могут взять кредит или купить товар в рассрочку. Большинство банков и торговых компаний требуют от заемщика стабильного заработка. Ну или наличия ценного имущества. Даже если есть источники дохода, без справки с работы и выписки с банковского счета нельзя получить заграничную визу. Хотя судя по сводкам новостей некоторые безработные совсем не бедствуют, у них регулярно угоняют элитные автомобили и крадут крупные суммы денег. В начале этого месяца у неработающего москвича угнали Porsche стоимостью в полтора миллиона рублей.